Я хочу поблагодарить, так как он человек родился в Гагаузии, первый, кто вышел в прошлом году на трибуну и сказал правду, это новый генеральный прокурор страны, господин Стояногло, который вышел и сказал, что больше всего сфабриковано уголовных дел было против Усатова и против Примарова от нашей партии. Это первый прокурор в истории нашей страны, который вышел и назвал вещи своими именами, без того, чтобы кого-либо покрывать, кого-либо продвигать. И это первый прокурор, который продвигает сегодня интересы всех граждан, а не какой-то группы людей. За такого прокурора Гагаузии хочется сказать спасибо.